Привет, друзья! И снова с вами канал Волга Спин ТВ, и я ведущий Сергей Иванов. Настало время зимней рыбалки, поэтому всех зимников поздравляю с началом сезона твердой воды. Ну, а нам, тем, кто бороздил просторы жидкой воды, настало время подумать о том, чтобы подготовить наши боевые корабли, поставить в готовность на будущий сезон. И поэтому есть определенные такие процедуры, которые необходимо проводить в конце сезона. Это прежде всего промывка всех узлов и деталей лодок. ПВХ это имеет особое значение, особенно если лодка хранится где-то в гараже, потому что ни для кого не секрет, вся вот эта вот слизь, которая остается в лодках, она, соответственно, привлекает грызунов. А грызуны, ну, в частности мыши, они очень даже довольно-таки с удовольствием грызут ПВХ, и в начале сезона можно, как говорится, прийти к разбитому корыту. Чтобы этого не произошло, в конце сезона лодка обязательно должна быть вся промыта с использованием средств. Ну, я использую обычные средства для мытья посуды. Буквально несколько там капель в ведро чистой воды, губкой. Все это промывается, особенно уделяется внимание там внутренним частям, вот это где дно приклеено к бортам, там обычно скапливается грязь. Поэтому мы при консервации лодки промываем лодку и во время промывки обращаем внимание на всевозможные какие-то повреждения, потертости, порезы. Такие тоже бывают, особенно при причаливании на твердую поверхность, там где-то еще камни где-то существуют, да и просто даже при накачивании, спускании лодки, если бетон где-то, то всегда происходят вот эти вот порезы, трещины, все это необходимо заклеить, исключить попадание влаги внутрь корда, потому что влага внутри корда, она действует также не лучшим образом, корд может прийти в негодность, ну и соответственно, так как у нас ПВХ трехслойная, то есть это, ну, условно говоря, снизу ПВХ, пленка определенной толщины, внутри идет корд и сверху, то есть получается такой вот слоеный пирог. Ну и между слоями, ну и все это приклеено между собой. И соответственно, если повреждается один слой ПВХ, то до корда, то соответственно в этом месте уже ослабляется вот именно свойство самого материала. Ну и вот в данной ситуации я после того, как провел весь осмотр, обнаружил такую вещь. Ну, я, как правило, если не использую мотор, располагаюсь на передней банке, в носовой части. И корма, у меня там уже на корме, у меня тут все дела располагаются. Там рыбалка, ну, то есть я ловлю со стороны кормы. И вот обратил такое внимание, что вот с этой стороны, здесь у меня, вот если видите, стерся верхний слой ПВХ. Вот как раз и где вот это на прикрепление электроса, вот здесь, видимо, краем вот этой сидушки, она вот тут вот протерла мне практически до, ну вот видите, уже видно корд. Вот эту вещь необходимо убрать. Каким образом? Ну, дедовским способом взять полоску ПВХ, вот так вот, ну, что и приходит на ум, и, соответственно, приклеить ее тут дополнительно. Но я так посмотрел, во-первых, это хлопотно, во-вторых, приклеивание всевозможных заплаток, ну, скажем так, это уже прошлый век. Почему, вот, допустим, к примеру, вот у меня заплатка, еще в те старые добрые времена, когда я курил, это уже 6 лет назад, получилось так, что во время рыбалки у меня упал пепел на борт, пепел с огнем, и я, сам того не заметив, прожгло насквозь отверстие. Получилось, у меня лодка начала спускать. В общем, ставил заплатку, через буквально 3 года, по-моему, эта заплатка поплыла. А плывет она, как правило, обычно на жаре. В июле месяце самое активное солнце, середина лета, и вот эти вот все вот эти заплатки, которые, какой бы там клей ни был, ну, конечно, может быть, есть и хороший, но я брал клей, который был в ремкомплекте, соответственно, клей поплыл.
После этого я использовал клей-момент. Ну вот уже тоже года 4, по-моему, эта заплатка у меня стоит. Да, первая заплатка у меня на второй сезон поплыла. Вот еще 4 года вот уже вот эта заплатка на моменте держится. Ну, момент, клей для склеивания ПВХ. Но по краям уже видно, что начал отставать. Пока не трогаю. Так как, будет необходимость, значит, тогда переклею. Но что я нашел? Значит, я уже в старом обзоре в прошлом году показывал, что приобрел вот такую вот гель-заплатка. Вещь, конечно, просто бомбическая. Почему? Потому что, во-первых, это здесь жидкий ПВХ находится в тюбике. И плюс еще здесь армирующий слой, то есть микроволокна армирующие. И она используется как, написано, холодная сварка, особо прочной. В общем, она, ей можно заклеивать небольшие порезы и отверстия вот как раз таки в бортах лодки. Один у меня здесь, один порез у меня есть такой. Значит, был у меня случай, когда произошел у меня отрыв, зацеп воблера за траву, за корягу, я сильно дернул, воблер у меня оторвался и влетел прямо в борт. В этом месте у меня вот здесь воткнулся и, соответственно, проткнул борт крючком, прям тройником впился. Вот. Ну, склеил я заплатку, также она продержалась немного, буквально пару, даже, по-моему, на второй сезон она уже поплыла. И вот после этого я приобрел вот этот вот гель ПВХ. И вот посмотрите, 3 слоя. Все, ничего нет. Я сделал побольше на всякий случай. Ну, как правило, как рекомендуют. Единственное, что не угадал немножко с цветом. Можно подобрать, значит, они есть разных цветов. Я взял светло-серый. Надо было брать, конечно, темно-серый. Тогда был бы в тон лодки. Ну, ладно, по крайней мере, видно, где вот какие места проблемные. Вот такая вот вещь. Единственное, что ее надо хранить. Ну, после вскрытия, я уже ее использовал. После вскрытия надо брать немножко такой вот пленки упаковочной. И под крышкой вот этот вот колпачок, под колпачок ставим, закручиваем. Потому что если просто использовать одну крышку, то он в конце концов высыхает. Ну, срок годности у него 2 года. И при применении надо классически обезжирить поверхность. Несколько минут его потрясти, ну несколько секунд там потрясти его, чтобы перемешался клей вот именно с армирующим, чтобы он равномерно распределился по всему клеевому составу, и нанести его в несколько слоев на вот проблемные места. И вот этим образом я сейчас хочу восстановить вот этот вот участок. Сохнет он в течение, ну как правило, ну как набирает особую прочность, 24-72 часа. А вообще между слоями 15-30 минут сушка. Ну, 2-3 слоя вот наложить. Ну, здесь я так думаю, что 2 слоя положу. Особо-то тут прочности не надо. Просто защитить корд от внешнего воздействия. Итак, давайте сейчас произведем небольшой ремонт. Посмотрим, как она. Я уверен, что она, я уже знаю, потому что проверен. Вот это вот у меня уже в этом году отлично все, никаких проблем. И плюс еще в Астрахани заремонтировал тоже лодку проблемную, которой заплатка постоянно плыла. Сейчас я подготовлю клей, и мы произведем небольшой ремонт. Да, кстати, вот столик, который был на обзоре, кому интересно, ссылочка будет в описании к видео и сверху подсказку, смотрите. Очень классная вещь, и вот для таких вот вещей ремонтных очень даже удобно его использовать. Так что заходите, смотрите, возможно, кому-то понравится, приобретете себе такую вещь нужно. Здесь у меня есть небольшая такая аптечка, где я использую для как раз таки вот таких вот вещей, ремонтных небольших. Так, с собой всегда вожу небольшое количество растворителя. Тюбик располагаю вот в таком вот тубусе дополнительно, ну, это для того, чтобы исключить доступ воздуха, чтобы это дело лишний раз не испарялось. Берем немножко ватки, пропитываем ее растворителем и обезжириваем поверхность, куда будем наносить наш состав.
Если, допустим, происходит этот ремонт где-то в походных условиях, можно использовать даже просто чистую воду, ну, обычную воду. Использовать для такой, можно палочку, ну, чтобы руками не ковыряться. Встряхиваем наш тюбик. Вот даже видно, что у него он такой вот консистенции, как, ну, чем напоминает соплю, скажем так. И надо будет ее быстренько сейчас размазать. Втираем как раз вот именно в сам, в поврежденные участки. Он вроде бы сначала такой вот толстый, да, слой, но после того, как высыхает, становится тоньше, ну, уменьшается в размерах. Поэтому первое впечатление, что вроде бы как много нанесли, все это обманчиво. И оставляем этот, вот этот вот шов на 15 минут. Через 15 минут делаем второй, нанесем второй слой и оставим еще на сутки засыхать. Ну, а потом я лодку просто сложу, и будет она лежать у нас до следующих дел. Итак, выключаюсь пока. Ждем, пока пройдет 15 минут. Так, вот прошло 15 минут. Кстати, вот я хочу вам показать вот этот вот клей. На мой взгляд, один из самых таких вот доступных и надежных клеев, которые можно приобрести практически в любом магазине. Это клей «Момент» для лодки ПВХ и другие изделия. Значит, он клеится без применения горячего воздуха, но без фена. Я практически им приклеивал крепление для штатива, вот этого, который сейчас камера, это одна из них находится. Потом приклеил, причем не один, а приклеил три таких крепления. Два из них на лодке, которые используют у нас в Астрахани, на большой жаре. И я хочу сказать, что за вот два сезона уже прошло, два лета, два летних месяца, два августа, практически все держится идеально, ничего не отвалилось, не отклеилось. Поэтому вот этот вот клей для каких-то мелких ремонтов, особенно если где-то в пути, что необходимо, там, допустим, если какие-то повреждения, то можно использовать и такой клей, там, временно хотя бы латку приклеить. Очень довольно-таки достойное вот это вот качество клея. Наносим второй слой. Давайте немножечко еще встряхнем. Такой вот небольшой лайфхак для ремонтных работ есть в продаже сейчас, появились так называемые меланиновые губки. Вот эта вот губка, она чем хороша? Это то, что в комплексе вместе с ацетоном или растворителем, она изумительно снимает любой клей с поверхности ПВХ. Вот это, кстати, вещь очень рекомендую. Не только с лодки, но можно также почистить и оконные вот эти вот подоконники и окна. Есть, бывают такие случаи, когда на ПВХ окнах появляются пятна, которые ничем не отмываются. А меланиновая губка изумительно справляется с этими вещами. Поэтому рекомендую обратить внимание и приобрести для вот этих вот нужд хозяйственных. А клей ПВХ со старых заплаток снимает на раз. Ну, надо будет, правда, конечно, потереть достаточно уверенно. Но я хочу сказать, что до этого пробовал снимать и резинкой, и шкуркой. Вот шкуркой трешь, вроде бы даже снимается верхний слой ПВХ, а клей все равно остается. А старый клей, он, как правило, мешает хорошему прилеганию нового слоя. И, естественно, все это дело надо удалять. Так вот, меланиновая губка справляется очень отлично с этими вещами. Ну вот, короче, вот такой вот клей, называется фирма «Реактор», применяется для склеивания и ремонта ПВХ поверхностей. Есть еще всевозможные другие от этого производителя всякие жидкости. Там есть, применяется специальный растворитель, который, ну, достаточно просто иметь такой вот тюбик.
много проблем решает просто применение одного тюбика. Ну, а в комплексе там уже, соответственно, все это. Значит, ссылку я не буду давать. Просто забейте в интернете реактор. Я его покупал вместе с электромотором. Нашел, ну, так как было предложение в магазине, взял на пробу, и довольно-таки мне это понравилось. Так что он сейчас продается практически, ну, везде. Вот, забейте просто гель-заплатка, реактор. И вы найдете средняя цена, ценник где-то порядка 500 рублей вот за один тюбик. Так что рекомендую. Итак, сейчас вот эту вот вещь мы оставляем, ну, на сутки. Я думаю, включение уже, ну, смысла делать нету, так как через сутки это все дело, ну, нормально уже встанет. И я тогда уже смогу сложить лодку и, соответственно, оставить ее до, ну, до следующего момента, когда она потребуется. А потребуется, я хочу сказать, она нам в скором времени. Поэтому далеко я убирать ее не буду. Она у меня вообще-то, я как уже рассказывал, кто смотрел мои видео, и она хранится у меня на лоджии, ну, скажем так, в спущенном состоянии, в большом объеме, ну, в своем рюкзаке. На лоджии плюсовая температура всю зиму. И лодка служит верой и правдой уже сейчас, чтобы не соврать, я ее покупал в 2013 году. Сегодня уже финал 2021 года. Лодка изумительная. Вот я говорю, два отверстия, которые я сделал, и то по своей, так сказать, глупости. Что один, что второй. Днище практически все целое. Небольшие потертости, ну, ремонтом вот таким. А также до этого, когда, пока этого не было, ремонтировал. Есть специальный клей для пластиковых окон, ну, вот, который монтажники применяют. Он немножечко, конечно, жидковатый, но на тонкой поверхности, на днище довольно-таки достаточно и его. В общем, вот такие вот дела. Итак, большое вам спасибо за просмотр. Используйте данные вещи обязательно. Рекомендую к использованию, так как они уже прошли проверку, так сказать, практикой. Ну, естественно, вот, какие-то, если будут вопросы, пишите, с удовольствием на них отвечу. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить очередные какие-то там полезные вещи, которые будут обсуждаться на моем канале. Ну, и ставьте лайки, кому понравилось. И пишите в комментариях, если у кого-то есть какие-то замечания, или же поделитесь опытом, как вы справляетесь. Справляйтесь вот с подобными такими вот вещами. Всем пока и до встречи на нашем канале в рубрике «Мастерская рыболова».